В этот день в концертном зале городского центра «Досуга» действительно негде было упасть яблоку. Зрители стояли даже между рядами. И каждый год День матери в Десногорске отмечается очень широко. Даже Международный женский день уступает этому празднику. Особенно торжественно прошло вручение свидетельства о рождении новому десногорцу Мише Резакову, который появился на свет 7 ноября. Сегодня, 27 ноября 2016 года, отделом ЗАГС администрации муниципального образования город Десногорск Смоленской области в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации регистрируется рождение сына супругов Резаковых Дмитрия Александровича и Лидии Александровны. Примите первый государственный документ вашего сына, свидетельство о рождении. От администрации города молодую семью поздравил и вручил подарок заместитель главы Сергей Тощев. Также он поздравил всех женщин с праздником. Вот поздравляю сегодня вас, милые мамы. Я хочу вам пожелать вам материнского счастья. И пусть это ваше материнское счастье светится и озаряется заботой, вниманием и любовью ваших детей. С праздником вас, милые женщины! Творческие коллективы центра «Досуга» подготовили праздничную концертную программу. Мне нравишься,